В этом году зима бьет все рекорды по количеству снегопадов, поэтому коммунальщикам приходится несладко. Только подразделения дорожного хозяйства МБУ «Дурсервис» ежесуточно вывозят с дорог более 1000 кубических метров снега. Оно обслуживает около 350 километров муниципальных автомобильных дорог. Было израсходовано в декабре месяце порядка 5000 тонн пескосоли и там около 200 тонн реагентов. В январе уже на сегодняшний день порядка 3000 тонн пескосоляной смеси уже израсходовано. Проблемы с уборкой проезжих частей чаще всего возникают в новых микрорайонах, рабочих поселках Боброво и Дрожино в пригороде Лесное. Большое количество автотранспорта и хаотичная парковка в неположенных местах затрудняют здесь механическую уборку. У нас механизации на данный момент, в принципе, практически в нормативе, его достаточно, чтобы содержать в нормативном состоянии дороги. Но вот в таких местах, именно в новых микрорайонах, пока еще порядок полностью не наведен, это все в процессе. Это поможет нам механизированным способом очищать проезжую часть без привлечения там дополнительных сил. Сейчас в работе задействовано порядка 30 единиц техники, ночью к ним добавляется еще 15. Параллельно идет расчистка от снега пешеходных зон и общественных мест силами 8 бригад. Проблемных точек, откровенно говоря, много. В этом году погода нас испытывает на прочность. Сегодня задействовано 51 единица уборочной техники и 19 единиц вспомогательной техники. На данный момент коммунальщики очищают от снега проспект Ленинского комсомола, улицы Лемешко и Радужную, Бицевский и Советский проезды. В день ручным и механизированным способом чистятся около 30 километров тротуаров. Мы спросили у видновчан, как они оценивают работы по очистке улиц. Ужасно. А почему ужасно? Потому что или скользко, или снега по колено. Так. Да, когда снег, они соль сыпят, а когда лед, ничего нет. Вот ходим как на конечках. Ага. И по всему городу? По всему городу. Я на ПЛК живу, у нас там тоже ужасно. Ага. Так что, да. Ну, какие-то центральные улицы чистят, а так основные. Нормально. Ну, правда, некоторые дворы завалены. Ага. Вот. Ну, а так пройти можно. То есть, в принципе, в целом, на какую оценку? 4. На четверочку, да? Да. Плохо. Скользко не посыпают. Идешь, падаешь. Отлично, я вообще так-то автовладелец, частенько езжу за рулем, справляются вполне. На лед и отсутствие противогололедных реагентов на тротуарах жалуются многие жители. Мы попросили прокомментировать ситуацию с наледью. У нас есть реагент, но он не такой как бы активный, да, и не приносит большого вреда. Но он сыпется уже после того, как уберется снег. Вот как только мы снег уберем, или мы даже делаем это параллельно, убираем снег и начинаем просыпать реагенты. В ближайших планах Дурсервиса – приобретение новой техники и создание штаба по уборке, куда должны войти как представители подразделений благоустройства и дорожного хозяйства, так и управляющих компаний. Ну а синоптики обещают нам очередной снегопад уже в эту пятницу. Коммунальщики уже переведены в режим готовности. Да и автомобилистам не стоит убирать далеко лопаты. Могут пригодиться. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.